Южный район – один из самых молодых и самых динамично развивающихся районов Новороссийска. А только по официальным данным здесь уже проживает более 68 тысяч жителей. А в летний сезон это количество еще существенно увеличивается за счет туристов и гостей города. И действительно, район имеет очень выгодное расположение. С его восточной стороны находится знаменитая Суджукская коса и пляж Алексина, а также вход в Цемесскую бухту. С западной стороны находится живописная гора Колдун. А с северной стороны находится центральный район, что делает богатой инфраструктуру этого места. А с стороны южной находится открытое море и рейд кораблей. Однако, несмотря на все неоспоримые преимущества этого прекрасного района, его жители на практике сталкиваются с очевидными проблемами. Инфраструктура района просто не справляется с большим количеством автомобилей его жителей. Водители испытывают сложности с парковкой автомобилей. Машинам сложно разъехаться в узких дворовых проездах, что часто приводит к ДТП и повреждениям припаркованных автомобилей. Пешеходы же, с другой стороны, вынуждены мириться с машинами, припаркованными на газонах и на тротуарах. И часто родителям с колясками достаточно сложно найти себе дорогу, не столкнувшись с соседским авто. Особенно обозначенная проблема актуальна для жителей 15 и 16 микрорайонов. Ситуация уже сейчас выглядит довольно тревожно. На часах 2 часа дня, а мы уже не можем найти свободных мест для парковки. Несложно представить, что будет здесь происходить в 5 или 6 часов вечера, когда водители будут возвращаться с работы. И данная проблема будет только усугубляться, потому что в ближайшие пару лет на данной территории запланирован ввод в эксплуатацию еще пары жилых комплексов, что еще более усложнит быт жителей этого района. Одним из кардинальных способов решения этого вопроса может стать приобретение личного парковочного места в подземном паркинге. Паркинг на Пионерской расположен в идеальном месте, прямо на границе между 15 и 16 микрорайоном. Такое удобное расположение позволяет комфортно пользоваться парковкой всем жителям района, от проспекта Ленина до проспекта Дзержинского. В настоящий момент в продаже осталось всего 12 машиномест. Паркинг на Пионерской официально введен в эксплуатацию. На каждое парковочное место есть свидетельство о праве собственности, что позволяет приобрести данное место при помощи ипотечного кредита. Так, ипотечный кредит составит всего от 7042 рублей в месяц, что лишь немногим выше стоимости аренды парковочного места. Паркинг оснащен всеми современными инженерными системами. Приточная вентиляция, защита от подтопления. Над каждым машиноместом установлено 2 датчика дыма и 2 установки порошкового пожаротушения, что гарантированно защитит ваш автомобиль в случае непредвиденных ситуаций. Все подробности о приобретении машиномест в данном паркинге вы можете узнать в офисе продаж Ассоциации застройщиков на сайте parkingnapionerskoy.rf или по телефону 8 800 550 23 93.